Когда история повторяется, аукционный британский дом «МакДугал» представил в Москве письмо императрицы Екатерины II о пользе вакцинации от черной оспы. Уникальный экспонат останется в столице до конца ноября, а затем отправится в Лондон, где будет продан с молотка вместе с портретом Екатерины кисти Левицкого. И выставленное сегодня на торгах письмо, оно абсолютно уникально, потому что Екатерина говорит, вот надо взять того врача, в таких-то подворьях устроить прививочные пункты, больничных коек не надо, это дешево, это можно сделать, народ надо убедить, лекарю жалование прибавить из нашей казны и бюджета. То есть она поэтапно, шаг за шагом, описывает, как надо организовать прививочную кампанию в России, и медленно, но это происходит. В 1768 году императрица подала пример подданным, привившись от черной оспы и распорядившись привить свое окружение. Смертность от оспы в те годы составляла около 40%. Иными словами, заболевший имел почти равные шансы выжить или умереть.